В эфире служба новостей «Саров-24», в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Внедрение системы автоматизированной оплаты проезда. Ассоциация представительных органов при ЗАГС Собрания области посетила Саров. Везде театр. Молодые саровские актеры представили эскиз спектакля по пьесе Ивана Воропаева. Саммит 2018. Подведены итоги городского марафона маленьких интеллектуалов. Далее расскажем обо всем подробно. Наш город с рабочим визитом посетила делегация Ассоциации представительных органов муниципальных районов и городских округов Нижегородской области при законодательном собрании региона. Главным вопросом повестки дня стала работа муниципальных пассажирских предприятий и внедрение автоматизированной системы оплаты проезда. Подробности далее. Поводом для визита делегации Ассоциации представительных органов муниципальных районов и городских округов при ЗАГС Собрании области стали грядущие изменения в принципах управления общественным транспортом. С 1 января будущего года муниципальные автобусы должны быть оснащены специальной аппаратурой для безналичного расчета. Транспорт должен быть обеспечен аппаратурой, которая позволяет в режиме онлайн отслеживать, где находится автобус. Это позволит, конечно же, усилить контроль, создать очень четкую систему графиков, которые должны выполняться. Потому что человеку комфортно, когда он не стоит на остановке и не думает, вот когда же этот автобус придет, а он видит на табло, что его автобус придет через 5 минут. Сегодня в области работает 37 транспортных компаний. Это более 3000 автобусов и маршруток. Однако по статистике более 70% автопарка изношено. При этом цены на пассажирские перевозки регулярно повышаются. Новые автоматизированные системы оплаты и контроля в общественном транспорте призваны решить эти и другие проблемы. Ассоциация представительных органов муниципальных районов и городских округов при ЗАГС Собрании региона существует с 2002 года. Это постоянно действующий совещательный орган, призванный наладить взаимодействие законодательного собрания с органами местного самоуправления. Раз в квартал представители ассоциации с рабочим визитом посещают города и районы области. Сегодняшний вопрос нам, конечно, интересен, потому что Саров, Нижний Новгород – это пилотные проекты в плане умного города, цифровизации. Это как раз один из элементов цифровизации, один из элементов системы умного города. Представители ассоциации посмотрели, как в нашем городе работает система безналичной оплаты проезда. Переносные валидаторы существуют в системе муниципальных перевозок с прошлого года. А сегодня на всех рейсах горавтотранса установлены стационарные аппараты. Оплатить проезд можно бесконтактной банковской или транспортной картой, а также с помощью системы мобильных платежей. Выдающийся ученый, главный конструктор ядерного центра, доктор технических наук. Это далеко не полный перечень званий Юрия Ивановича Файкова, который отмечает 80-летний юбилей. Его вклад в развитие и становление оборонно-промышленного комплекса страны отмечены ленинскими премиями и премией правительства Российской Федерации. Юбиляра поздравили руководство ядерного центра города, а также коллеги и соратники. Подробности далее. Выдающийся конструктор, ученый, профессор, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Это все один человек – Юрий Иванович Файков. 80 лет – не просто круглая дата. Юрий Иванович встречает ее на боевом посту, продолжая работу по укреплению ядерного щита нашей страны. В целом, как патриот, как гражданин нашей великой страны, он остро чувствовал все эти переходные периоды, и в рамках всей его жизни и всей деятельности твердо и последовательно шел к выполнению своей миссии главного конструктора. Директор ядерного центра вручил юбиляру почетные грамоты за многолетний добросовестный труд в атомной отрасли от имени губернатора Нижегородской области и Российского федерального ядерного центра. Цветы, подарки и теплые слова поздравлений высказали соратники, коллеги, а также представители городской думы и администрации. Глубоко искренне от нас поклон, уважение за ваш вклад в развитие, в укрепление обороноспособности нашей страны. О вкладе выдающегося ученого и конструктора в становление и развитие науки и оборонно-промышленного комплекса нашей страны коллеги рассказали на торжественном заседании научно-технического совета. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил строительство в Сарове студенческого общежития квартирного типа. Возвести здание планируется в 21-м микрорайоне. Площадь застройки составит 1500 квадратных метров. Предполагается, что новое общежитие будет построено примерно через полтора года. Другая важная информация в подборке коротких новостей.
Директор департамента финансов Любовь Маркова передала главе города Александру Тихонову проект бюджета Сарова на 2019 год. В документе заложено сразу несколько социально значимых объектов. Капитальный ремонт 10-й школы, реконструкция улицы Семашко, завершение капремонта 44-го детского сада и строительство школы на улице Зорки. По традиции бюджет города будет носить социально ориентированный характер. Более 60% всех расходов потратят на образование. Саровская полиция напоминает о возможности получения государственных услуг в электронном виде. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуги.ру и подтвердить учетную запись в 104-м кабинете полиции по адресу улица Советская, дом 1 или в многофункциональном центре. При оформлении заявления в электронном виде на оплату госпошлины действует скидка 30%. Также использование портала госуслуг позволяет значительно сэкономить время и не сидеть в очередях. В четверг, 22 ноября, Центр развития культуры и искусства приглашает саровчан на праздничный вечер, посвященный Дню Матери. Для горожан выступят творческие коллективы города, военный оркестр, народный хор ветеранов войны и труда. Пригласительные билеты можно получить в кассе Дома молодежи. Она работает со вторника по субботу с 15 до 20 часов. В честь юбилейного сезона в Саровском драматическом театре молодые актеры решили подготовить новый и достаточно необычный проект «Везде театр». Он призван показать зрителю универсальность этого искусства, благодаря которой в импровизированную сцену можно превратить практически любую площадку. Проект «Везде театр» будет интересен всем, кто хочет поближе познакомиться с творчеством современных драматургов. Эскиз первого спектакля по пьесе Ивана Воропаева «Уфу» показали в городском музее. По непонятным причинам в музее отключили электричество. Зрителям приходится передвигаться по коридорам с фонариками. Это не временное неудобство, а задумка автора. Таким образом, режиссер создает эффект погружения и ощущение, что все происходящее вокруг реально. Формат эскиза сокращает расстояние между актерами и зрителями, благодаря чему герои ведут диалог со слушателем. Сама идея мне очень нравится, потому что мы часто копаемся в формулировках, типа, что такое любовь, да, а есть ли она любовь? И вот как раз автор заставляет нас натолкнуться на такую вещь, что неважно, есть Бог или любовь, важно то, как мы к этому относимся. Такой формат спектакля может оказаться неожиданным для любителей классических постановок на сцене. Проект «Везде театр» создан для того, чтобы напомнить, театр – это не место, а вид искусства. Идея же в том, что театр не есть тортик, в который мы приходим, такой праздничный, мы должны наряжаться, как куколки или кены, там неважно кто. Мы должны приходить и нести цветочки. Нет, театр – это прежде всего, скорее всего, современный театр – это то, что взято свне, из мира. То есть это сегодняшний день. Чтобы был сегодняшний день в театре, нужно с него снять лепнину, которую на него налепили 300 лет назад. Специфика постановки позволяет находиться в залах музея ограниченному числу зрителей. Поэтому пригласительные билеты на экспериментальную постановку закончились еще за несколько недель до показа. Нестандартная форма и смелые прочтения пьесы привлекли внимание саровских театралов. Я наш театр очень люблю. В принципе, и эксперименты мы разные уже видели, театр нашего. И материал стали брать очень интересный. Поэтому я с удовольствием пришла. Сегодня руководство театра думает над датой повторного показа эскиза спектакля по пьесе Ивана Воропаева «Уфо». Постановка по следующему произведению современной драматургии намечена на начало следующего года. Во Дворце детского творчества подвели итоги городского интеллектуального марафона для учеников младшей школы «Саммит». Его главная цель – выявить одаренных детей и подтолкнуть их к углубленному изучению не одного конкретного школьного предмета, а целого ряда наук. Кто победил в 5-м ежегодном конкурсе маленьких интеллектуалов, выясняла наша съемочная группа. Десятки финалистов в 4 номинациях. На сцену Дворца детского творчества на церемонии награждения поднимались представители почти всех средних учебных заведений города. И каждый из ребят был в чем-то хорош. Один быстрее всех сложил оригами, другая девочка, единственная, правильно ответила на вопрос об истории создания телефона. Добравшись до финала, каждый из ребят уже был победителем. В этом году мы изменили структуру, и добавился у нас еще один этап заочный. Он проходил раньше в школах. Ребята получали задания, в классах проходили, и потом к нам сюда приходили 3 лучших. С этого года участникам пришлось заполнять электронную заявку личную или с помощью родителей. Таким образом, к полуфинальным встречам добрались только те, кому действительно хотелось доказать: я самый эрудированный ребенок. В этом году таких оказалось почти 750 человек. Одна из них, Вероника Санталова, по результатам финальных встреч завоевала звание самой эрудированной четвероклассницы. В своих знаниях девочка не сомневалась, но с оговоркой: могло случиться все, что угодно.
Олимпиады – это всегда лотерея. Ты можешь выиграть, а можешь нет. Не стоит расстраиваться, если ты не добился каких-то, ну, каких ты хотел, возможно, результатов, потому что в следующий раз все обязательно получится. Улучшая и дополняя задания, с каждым годом организаторы уверены, количество участников будет расти. И пусть работа по приему заявок и проведению финальных этапов отнимает все больше времени, все не зря. Для сотен мальчишек и девчонок создается ситуация успеха, а это дорогого стоит. Качество молочной продукции – это всегда важный вопрос для потребителя. С одной стороны, мы покупаем молоко, масло, сметану, потому что заботимся о своем здоровье. А с другой, постоянно слышим информацию о заполнивших рынок фальсификатах. Что делать в этой ситуации? Доверять собственному опыту и результатам независимых исследований. Масштабное исследование рынка молочной продукции провело Роскачество совместно с Роспотребнадзором и Россельхознадзором. Крестьянское масло этого производителя не просто соответствует требованиям, а признано товаром повышенного качества, так как его показатели превышают требования ГОСТ. Продукт абсолютно безопасен, не содержит консервантов и красителей, и вообще в ходе исследования не было ни одной позиции, где образцу не была бы поставлена наивысшая оценка. Также в этом году продукция завода вошла в список 100 лучших товаров Нижегородской области и вышла на федеральный этап престижного рейтинга. Предприятие выпускает молоко, сметану, творог, кисломолочную продукцию. За качеством сырья следят на всех производственных этапах, начиная с приемки сырья. Молоко поступает нам наше, то есть с нашей Нижегородской области. Совхозы все наши проверенные, работаем мы с ними очень давно. Молоко только высшего сорта. Проверяем молоко полностью по всем физико-химическим и микробиологическим показателям. Следующий этап – производство. Весь процесс переработки молока на нашем производстве полностью закрыт и автоматизирован, что исключает контакт человека с перерабатываемой продукцией. Недавно был приобретен автомат финского производства «Финпак» по расфасовке молока в пакеты. Вся кисломолочная продукция заквашивается производственной закваской по старинному рецепту. Импортную линию для рассыпчатого творога приобрели, ориентируясь на лучших мировых производителей молочной продукции. С этим творогом мы участвовали в конкурсе «100 лучших товаров России», заняли призовое место. Вкусный, качественный и полезный творог не только реализуется в торговых сетях, но и поставляется в детские сады, больницы и школы. В нем нет консервантов и стабилизаторов, так же, как и в другой продукции предприятия. Нашу сметану мы вырабатываем согласно ГОСТу, используя натуральные сливки, производственную закваску резервуарным способом. Не используя никаких загустителей, стабилизаторов. Благодаря правильно подобранной температуре пастеризации, давлению гомогенизации, мы добились желаемой консистенции, густоты и глянца. Итак, качественное сырье плюс современное производство плюс натуральные ингредиенты. Вот формула молочной продукции, которая получает высокую оценку и экспертов, и потребителей. Молочный завод «Приволжский», город Кстово, улица Береговая. Осень – не повод унывать, а пора утепляться и выглядеть стильно даже в ненастную погоду. Разнообразная цветовая гамма, множество фасонов, полный размерный ряд, качественный материал и приятные цены. Все это вы найдете в Ледовом дворце. Там открылась выставка продажи пальто от известных российских фабрик. Время, когда пальто были всего лишь теплой одеждой для холодного времени года, давно в прошлом. Сегодня пальто – это стильная часть любого образа. Приталенные, свободные, любых цветов и оттенков. Объединяет эти разнообразные модели главное – их высокое качество. Все изделия, представленные на выставке продажи, сшиты на известных российских фабриках – московских «Симпатика» и «Кейседа» и нижегородской «Сезон». Очень большой выбор, большая гамма цветов, это раз. Пальто теплое, ткани используются только натуральные, это шерсть, вискоза. Ну и частично используется полиэстер в небольшом количестве. Есть на выставке продажи и пальто из плащевой ткани. Такие идеальны для поздней осени и даже для зимы. Они легко заменят шубу в вашем гардеробе. Утеплитель, который используется в изделиях, делает эти пальто невероятно теплыми и в то же время легкими. На него у продавца есть соответствующие сертификаты качества. Здесь используется по финской технологии термофин. Он очень легкий, этот утеплитель, очень теплый. Он даже использовался у нас в космической промышленности для космонавтов, потому что он очень теплый и очень легкий. Одно из главных преимуществ этой выставки продажи – здесь представлен полный размерный ряд. От 42 до 68 размера демисезонные пальто и до 70 размера пальто из плащевой ткани. Выставка продажи пальто российских фабрик работает с 17 по 18 ноября. Вас ждут в Ледовом дворце с 10 утра до 6 вечера. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня.
Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей!